Четверо альпинистов из Кузбасса до сих пор остаются заблокированными в горах Алтая. Спасательная операция продолжается. Напомним, из-за плохой погоды группа застряла на горной вершине Акем, и до настоящего момента у спасателей не было возможности забрать туристов. Как нам сообщили в МЧС Республики Алтай, сейчас вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра находится в аэропорту Горно-Алтайска. Как только погода наладится и будет получено разрешение на вылет, возможно, это произойдет сегодня, спасатели готовы завершить операцию. Туристы регулярно выходят на связь со спасателями и докладывают о том, что на той высоте, где они находятся, это 4100 метров над уровнем моря, у них хорошая погода, пока у них есть запас продуктов, у них есть дополнительный запасной аккумулятор для спутникового телефона, поэтому они имеют возможность выходить на связь. Состояние их удовлетворительное, пока еще обморожений и каких-то травм у них нет. Крайний срок завершения спасательной операции, который нам обозначили в пресс-службе МЧС Республики, утро 15 августа.